numărul victimelor. Un militar rus capturat le-a transmis un mesaj celor de acasă. Nu credeți propaganda rusă. Invadatorul picat în capcana lui Putin refuză să ridice arma împotriva poporului ucrainean și încurajează pe cei din tabăra lui să nu creadă vorbele dictatorului. Привет, моя хорошая. Обращаюсь к тебе такими мыслями, что я нахожусь в плену у украинцев. Там переживать ничего не надо, все хорошо у меня. То, что нам рассказывают здесь, что Украина плохой народ, что убивает людей там, все это туфта. Это просто наше правительство промывает мозги нашему народу. Если честно, этот народ, сами же русские же уничтожают по приказу нашего великого вождя, как говорится. И то, что тут происходит, это все виновата сама Россия. Ни Украина, ни кто-то больше. Они убивают людей, мирных жителей, убивают детей. Пусть я знаю, что вот Россия, ну, не та Россия, которую нам втирают. Мы агрессор, мы уничтожитель. Так что, как говорится, мы пушечное мясо. И вот по последним данным, чтобы ты знала, сюда приехало очень много военнослужащих со всей страны. И то, что там Путин нам рассказывает, вам, что здесь умерло, там, я не знаю, по последним данным, человек 10. Все это туфта. У нас погибло около 10 тысяч, если не больше. Так что не верьте нашим новостям, что втирают, промывая вам мозги. Так что попрошу тебя передать всем видео мое обращение, что украинский народ очень добрый. Хоть меня я здесь раненый, но ко мне, если честно, привили лучшие методы. Меня зашили, меня вылечили. Has made the Ukrainian army much better trained, much better equipped, much better commanded. După reuniunea ministrilor de externe a NATO de la Bruxelles de astăzi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, face declarații. Să-l ascultăm. To Interfax Ukraine.